Физкульт, привет! Друзья и ученики, и просто случайный зритель. Все мы с вами хотим, чтобы у нас росли мышцы поскорее и пережигался жир. Единственный гормон, который способен на это одновременно, это гормон роста. И если вы хотите узнать, как без применения гормона роста извне добиться высокого пика этого гормона, для того, чтобы набирать сухую мышечную массу и сжигать жиры. Смотрим видео. Я вас познакомлю с продуктом от компании 5% Rich Piana. Эх, жаль, не платят мне компании, продукцию которых я рекламирую в своих видеороликах. Но это, друзья, не реклама. Вы знаете, я говорю вам и предлагаю применять только то, что пробую сам на себе, что действительно работает. И этот препарат действительно работает. Причем так, что вы почувствуете это сразу же с первого приема препарата. Этот препарат действительно работает. Самое главное, друзья, применять его нужно именно перед сном минут за 40 на пустой желудок. Кто применял хоть раз в жизни гормон роста, знает это незабываемое ощущение под кожей, как будто тараканчики бегают. Конечно, если вы применяли настоящий препарат, а не фейк, не какую-нибудь подделку левую. Так вот, когда вы примете препарат от Rich Piana, вы будете шокированы, потому что вот это самое ощущение начнется у вас по всему телу. Под кожей, на мышцах живота, на плечах, на шее, на руках, в ногах. Это незабываемое, очень приятное чувство. Если у вас нет такого ощущения, это говорит о том, что вы еще не переварили ту пищу, которая есть. Я не раз вам говорил, что гормон роста выбрасывается ночью, после того, как мы заснули, через 2 часа достигая своего пика. Но при условии, что легли спать мы с вами на пустой желудок. Поэтому идеально не есть за 2-3 часа до сна. Не забывайте о том, что чем старше вы становитесь, этот временной отрезок увеличивается, а не уменьшается. То есть, после того, как вы поели, должно пройти больше времени, чем больше вам лет. Это основное правило. Если вы будете делать все, как я рекомендую, вы почувствуете сразу, минут через 10-15, как начал работать этот препарат. И получать от него максимум пользы. Состав его не секрет. Это препараты, которые на основе аргинина. Кстати, самый безопасный предтреник – это аргинин. Тоже покупайте его в чистом виде и пейте за 30-40 минут до тренировки. Будете ощущать нереальный памп. И здесь еще содержится препарат мелатонин. Поэтому данный продукт я не рекомендую употреблять в течение дня. Особенно в первой половине дня, если вы идете в институт, на работу, в школу. По той простой причине, что вас будет клонить в сон. Мелатонин – это гормон восстановления, гормон сна. Это лучший продукт пока из тех, которых я пробовал, именно на рынке вообще на сегодняшний день. Настоятельно рекомендую вам его попробовать. И обязательно отпишитесь в комментариях, через какое время начал действовать продукт на вас. Через какое время вы почувствовали это самое жжение под вашей кожей. Надеюсь, вам понравился данный ролик. Ставьте лайк. Пишите, что понравилось, и обязательно поделитесь этим роликом в своих соцсетях, сделав репост. Если не понравилось, ставьте дизлайк, пишите, что не понравилось, и будем делать канал лучше. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм.